Enchanté. Что ж, всем здравствуйте, и это опять летсплей. Как так-то? Ну и что ж, сегодня мы займемся некоторыми важными делами, а может и не важными, кто их знает. Сейчас вы наблюдали, как я отправился в путешествие, я отправился в него, потому что захотел. Я еще побывал в аду, но там... А нет, там произошло кое-что хорошее. Сейчас я покажу вам это в виде монтажика. Ну и по сути это вся предыстория, как бы, это все, что я хотел рассказать. Ну и поскольку в этот ролик мне что-то делать надо было, я что-то подумал. Короче, мой гадюшник под названием дом-вход был говном. И поэтому, чтобы он не был говном, было принято решение, чтобы он вообще не был. Ну и что ж, я покажу вам, как он строился. Почему бы и нет? Мне кажется, я перегнул палку и слишком долго вам даже в ускоренном видео показывал, как я строил дом. Так что давайте просто посмотрим на то, что получилось. Это, конечно, хорошо, но нужно переходить к более серьезным вещам. Жители, которые у меня в деревне закончились. Я решил их перенести из другой деревни, и для этого мне нужно абсурда быть. Что, чем я сейчас и занимаюсь, конечно же. А потом я пойду в деревню, единственную жилую деревню, которую я нашел, с зимними жителями, и перетащу их через ад. Но есть одна проблема. Пока я строил дорогу, я подох. И это, ну, как бы дискомфорт приносит, знаете. Грустно. Но я не отчаялся, ладно. Я не отчаялся и продолжу строить дорогу. И в конечном итоге у меня есть жители. Я не покажу, как я их перевозил, потому что, во-первых, я этого не записывал, а во-вторых, это было охереть как долго, потому что на лодке перевозить жителей, тем более два из них умерли. Очень долго, пацаны, долго, очень. Собственно, жители у меня есть, но у меня их не было столов для того, чтобы они были, собственно, работали. И поэтому я их сделал, дал им работу, но поскольку мне не нужно было только два жителя, нахер мне выше два жителя, я их взял не для того, чтобы у меня было два жителя, а для того, чтобы сделать больше жителей, и поэтому и у меня четыре жителя. И как бы все легко, все простое делается просто, но поскольку они сейчас под забором, они под забором, поскольку
незащищенная у меня территория. И мне нужно ее защитить. А защитить чем правильно? Забором и факелами. Этим мы и займемся. Забор, 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 забор. И еще выровнять территорию надо. Нужно много чего сделать. Но когда с факелами все было закончено, потому что факелы это последнее, что я решил сделать, их-то их расставить. Сейчас погодите. Когда с этим было закончено, я решил построить ферму мобов. Потому что почему бы и нет? Потому что у меня есть только ферма скелетов. Мне бы хотелось ферму мобов. Потому что нахер. Вот этот ролик закончился. Достаточно много мы в этом ролике сделали. И я показал это вам за достаточно короткое время. Надеюсь, вам понравилось. Ну, вы делаете то, что надо делать. И в следующей серии мы построим дома для наших жителей и сделаем нормальный подвал для нас. Всем пока! Suicide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah, I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you ever gonna let me know.